приехал сегодня он на игру. Вчера не было в матче со стремлением его, но сюда смог выбраться. Роду это проблема. Ну а вот парни, Владимиров очень умный игрок на самом деле и прям хорош. Хорош он, а со Смирновым в тандеме так вообще будут мега опасны. Попытка мимо. А 31-го Онищенко на Тупоршина отправляет со средней на Смирнова. Ну, Смирнов всегда отличается тем, что не особо пытается прям много очков отгружать. Владение за Аризоной. Снова Онищенко. Ой-ой-ой, что-то там придумал, вывернул как-то кисть. Шевцов забивает. Мимо. Шевцов на подборе. Бондаренко там до мяча добраться не дают. И Биджамов. Если верить статистике, руки. Да, вот так вот. Ну, кто, если не он? Шевцов заливает с бульдогов на площадку выйти. Интересно, кого оставят, Смирнова или Васильева. Опять тут скидки с 3 сантиметров. Видимо, попадать. Шевцов. Тут Васильев максимально плотно к нему. Хорошо. Сравнивает он на счет. Двух очков. Женя с таким трудом. Шажал из угла, треха. Попадает, попадает. Он, конечно, не первую треху на моих глазах забил, но это крайне нечастое событие. Онищенко, Добровольский. И забивает Евгений. Так и хочется прочитать фамилию на спине игрока и так и назвать, но нет, вот и трюшка там закрутился. Да, и здесь Света набрала народу из дивизиона. Что тут скажешь? Савостенков. Вторая трех подряд от него прилетает. Но, к сожалению, не в этот раз. Стариков разгоняет нападение, ушагал от всех. И два очка с прохода. Два очка с прохода. С трехочковый, мне кажется, шагать Догадкин начал. Догадкин. Стариков, конечно же. Все. Нормально. Вы что думали? Это нормально. Это вам не ляськи-масяськи. Клинков. Ну, Клинков вот с этой... Савостенков тут со Стариковым решили устроить нам воздушную акробатику, но не вышло. Ну, а здесь хорошо. Да, бросают и бросают. Ну, посмотрим, насколько результативно это окажется. Стариков убегает, он в отрыв, несмотря что... Мой номер. Ну, а тут передача прямо в руки Старикову. И Савостенков... Вот со Стариковым они вдвоем прям видно любят друг. Смелость города берет, или как там в поговорке. В общем, радует уверенность в себе ребят иногда. Сбрасывает. Такие два абсолютно разных броска получились. Один чуть-чуть в недоброс, второй сильно от забора. А Жень, мне кажется, сейчас присматривает игроков. Нет такой? Не-не-не. Шевцов не попадает с первого захода, а со второго находит там просчет человек 3 на скамейке. Смирнов из угла. Вот по технике броска мне всегда Влад... я даже не знаю... Шевцов там залез под... Да, просто троих собрал и забивает с фолом. С фолом забивает. Вот слишком много народу в трех секундах. Биджамов находит все-таки Тупоршина. Забивает, забивает мягким. Онищенко тоже останавливается сходу, сразу заряжает треху. Нет попадания. Ну, Добровольский Аризона. Остается полторы минуты до конца. 10 очков преимущества. Ну, нет такого прям, что тотально бульдоги владеют. Ситуации нет никаких шансов. Все равно остается за бульдогами. Стариков забивает из-за дуги. И сразу же перехват от Бондаренко. Смирнов один, совсем один. Ну, а здесь у нас хэндофф в лицевую.
И вот, пожалуйста, Шевцов продолжает набирать очки для своей команды. Он сейчас является капитаном. Нет попадания, но тут получилась такая досадная оплошность. Ну а Владимирова не догонишь. Новиков. Метр до трехи не доходя. Заряжает, не попадает. Дальний отскок. Снова у бульдогов. Ну, сейчас руки сует и в итоге... Нет, в итоге 5 секунд зафиксировали. Это потеря и быстрое нападение. Быстрое нападение и Шевцов. Вот тут вот прям хорошо. А тут Смирнов вот так вот. С инерцией справиться удалось и забивает Влад. Смотрим, с лицевое нападение начинает свое Аризона. Шевцов ждет от Онищенко движения. В итоге сам пошел хорошо. Назад туда убрал, дотянуться до мяча. Но он, ну как бы, я уже с начала сезона это было понятно, что он красный эту передачу теряет. И Савостенко погнал вперед. Хороший перевод по диагонали. Влад. Две трехи подряд. Опять-таки и средним, и дальним броском неплохим он обладает. Но три подряд это было многовато. Клинков, тем не менее. О, второй тоже мимо. Но Шевцов там на подборе раз забрал. Второй раз не... Ну так, открывается Онищенко под передачу. Шевцов здорово там. Добровольский. Женя бьет штрафные. Из двух два. Опять Смирнов очень неплохо на входе. И из-под кольца. Легкие достаточно. Два очка. Пропустила там Аризона эту передачу. Новиков чуть не перехватил. Ну, Шевцов тут всех обшагал. Онищенко отправляет вперед. С трехи. Но еще и трехи осталось попадать. Переднюю душку первый. Да я уже-то. Второй Клинков на подборе. И так. Стариков с дуги. Мяч выкрутился в обратную сторону. Но Клинков говорит: не, ребят, хорошо, с трех не попадем из-под кольца организм. Кисть так сбоку работает. Да. Онищенко. Ого! Неплохая передача! И вам, пожалуйста, что есть у нее. А? Да. Что есть у нее, есть потенциал, но не хватает очень сильно скамейки, не хватает очень сильно людей для того, чтобы как-то... Ну, со средней сегодня Шевцов не попадает, да, сколько он выбросил, именно с такой, с дистанции, очень много намазал. Бондаренко, ну, вот, со средней попасть тяжелее, чем с дальней. Онищенко пролез всю площадку, Добровольский с фолом забивает, Эндван. Ну, пока вроде прям вот так нет. Шевцов. Опять он умудряется на чужом кольце после штрафного в окружении. Я думаю, тридцатку не отгрузит. Слишком расслабленные. Ну, как бы, знаешь, такая... Игра на фане. Смирнов первый забил. Хотя, может, у них задачка такая стоит. Может, сейчас они там себя... Ну, так... Отодвинул немножко плечом Добровольский. Клинкова. Второй заход мимо. Ну, сейчас под кольцом удал. Ну, Онищенко. Свободный коридорчик для него. Ну, не решился туда под Старикова лезть с Владимировым. Ну, дальний отскок. Достается именно ему. Онищенко против Смирнова освободился. И опять здорово. Как все грамотно он делает, конечно. Не, ну ладно, Мороз хороший персонаж. Мороз, тем временем Владимиров заряжает трех. С ним прям плотненько-плотненько на ногах. Но дает чуть-чуть простора. И Онищенко просто выстрел. Шевцов очередной подбор себе в актив. Добровольский неплохо. Он сейчас под подбор разгоняет атаку. Так немножко в спину. Ой-ой-ой. Ой, Шевцов как-то там извернулся, такие забил.
Мы понимаем, насколько немного вариантов нападений у Аризоны. Ну, если не штрафных, точен. Семен. 72. Мало ресурса, мне кажется, атакующего все-таки. Новиков сам полезет. Перекинул все-таки. Бульдоги разыграть. Ну, а тут со скоростью Новиков не справился немножко. Не хватило мягкости в этом броске. Надо будет и аккуратно мяч в кольцо отправляет. 79 на 65. Евгений говорит, что вдруг сейчас у нас тут концовочка, кладчик тут нарисуется. Не очень точно. Новиков. И опять полез в проходы. Сегодня из-за дуги не очень. Но вот эти... Но в руки прям сопернику. Биджамов начинает атаку. 4:30 у нас остается. Добровольский сегодня вот в это четвертое чтил накрутил. И в итоге сложновато там было как-то мяч вынести так, чтобы уже забить получилось. Онищенко. Вот тут хорошая. Тут весь вопрос, что бульдоги, они слишком на расслабоне сейчас играют. И за это их наказывают. Их меня, по крайней мере. Женя в них верит. Женя верит, что сейчас концовку Аризона будет вытаскивать. Ой-ой-ой, там Новиков так махнул. Забивает второй Семен. Пошла замена. Ну вот так. Именно он последним. Минута времени. Минута будет чистая. Будет треха! Могли. Владимиров тем временем с линии штрафных. Ну, Владимирова хороший бросок и хорошие нервы. Опять-таки, их команда называется наблюдал. Но, к сожалению, второй он не попадает. К сожалению, для бульдогов. Нет попадания, но 9 секунд это слишком много. Слишком много по очкам. Разница слишком большая. Онищенко не попадал ни одной трехи.